Лариса, ты давай, туда, туда. На, за палку держись. А как он там оказался? Ёханы баба. А теперь обратно. Ёлки-палки, Рубикон застрял. Мы засейвились. Немного зашли глубже, чем обычно. Опа, тихо-тихо, за этой машиной едь, я знаю эту машину. У-70. Вот и название родилось, У-70. Витя Убер, а за рулем Витя Убер. Витя Убер, прием. А что такое, Нива уже села. Давай, ого, тут жестко, слышишь? Мы не сломаем Гелендваген? Патрулы, поехали. Есть координаты? Давай, забрать. Ого, Валя. Я говорил, что шаг левый, шаг правый в окопе. Да? Так есть за бородачок. Блин, этот УАЗ, слышишь, какой наглый, да? Ну матовый просто, модный, что ж ты хочешь. Смотри, что бородач делает. Как подрезал. Да. А можно ж колеса, а 40 можно ставить? Выключи радио пока. Или опасно для виду порог. Пока мы за бородачом гонимся. Позволяю, да? Нету смысла. Управления не было. Я понял. Клиренса и так хватает, мерседесов впереди, блин. Впереди всей колонны. Ёханы, бабай, что-то шатает нас, да, кузов? Не, ну клиренс, мосты же не. Смотри, что бородач делает. Как подрезал. Блин, надо ножницы постричь, тут мех чуть-чуть. Да. А ну выключи радио пока. Это деду то жестко. Пока мы за бородачом будем. Окопы там дерево. О, тихо. Вот это интересно. Вот сейчас, смотри. Два немецких мерседеса впереди, блин. Да что мы впереди всей колонны. Ёханы, бабай, что-то шатается, да? Не мог ставили. Ёханы, бабай. Блоки включил? Надо ножницы подстричь, тут мягче. Ни хрена себе, что там дальше? Антоха! Это дед, это жестко. А теперь смотри, называется... Смотри, кто так может. Тихо, вот это интересно. Бородач хочет взять разгон, но такой динамики, как у гелика, нету. Но по пробитому должен заехать. Колея почти одинаковая. Блокировки работают. Красавчик! Не зря так далеко ехал. Может. Ну не может. Не, по пробитому, по колее, наверное, по свежему бы не заехал, наверное. Не. Сложно было. Сейчас по пробитому, может, еще кто-то заедет. Так, ну вон Рубикончик. Вот он. Вижу. Дай в нашу яму заеду и посмотрим. Пробил маршрут новый. Там не хватит клиренса. Король горы один. Нет, два. Да нет, там нереально. Там только одна машина может проехать, но она сейчас на тюнинге. Она на тюнинге сейчас, да? Ого, Нива какая. Давай заезжай, Нива. Смотрите, что Нива, длинная, крокодил творит. Нива наравне с Рубиконом. Что здесь? А вот и УАЗ. Не, ну сюда сложно будет очень. Рубикон пробил траекторию. Есть. В окопе. Все, в окопе. В окопе, да? Да, все. В окопе просто, блин. Жестя. Да. Рубикон попал в окоп.
В окопе, Саня, ну ты нормальный человек. Да. Те ж сказали окопы, ё-моё. Это же окоп, это ж полиор. Штурман мечты кричит, газу, говорит, газу. Да. Газу, хорошо, они перевернулись, блин. Газу, говорит. Едет бородач на помощь. Антон! Да там лебедка слабая, он не вытащит. А, ходом вытащит, наверное. Так, тут подъехали следующие претенденты на заезд в окоп. Давай, давай, 37-й Трепадор рулит. По пробитому легче. Красиво. Ровно руль. Ровно руль только, ровно. Да, тяжеловатенько. Такой у нас сегодня оффроуд жесткий просто, просто жесткий. Посмотрите, там уже каждый свою траекторию пробивает. Метет. Сейчас будем спасать Рубикон. Дельфин уже тащит лебедку. Давай, туда, туда, туда. На, за палку держись. А как он там оказался? Ёханы баба. А теперь обратно. Ёлки-палки, Рубикон застрял. Мы засейвились. Немного зашли глубже, чем обычно. Как лопнула крыша? Где? Где лопнула крыша? А? Да то не страшно. Это жесть просто. Идет, идет. Идет нормально. Серега, Серега. Идет. Вот так вот зашел. Руль подровняй, Сань, руль. Правее руль. Правее, правее руль. Это нормальный экшен. Ну все нормально. Машина крепкая, надежная, американская. Пилот жесткий. Недоволен штурманом. Пилот. Вправо руль, скажу, вправо. Продувает просто. Я не представляю, как люди там где-то на Северный полюс, куда-то тут 12-13 мороза. С этим ветром по ощущениям вроде минус 40. А как там 40, непонятно вообще, жесть просто. Такого у нас еще не было оффроуда, как сегодня. Просто жестяк какой-то. Сейчас переезжает, ну уже с окопа вылетел. Окоп такой хороший тут, полноценный, видите, с палочками.
Право руль, Сань, подровняй! Все уже. Красавчик. Красавчик. Отойди, отойди, отойди. А куда ты? Ты что делаешь? Иди топчи вперед. Штурмана послал вперед. Не туда, куда вы подумали. Он очень красиво идет, как первоклассный олень. Красавчик. Давай, прямо будет хорошее кино. Ой, ты хорошая, пока ты пил. Давай, давай, коксу. Ну, может. Может. Ты патриот куда-то едет. Ну, такая метель началась, посмотрите. Видимость упала. Просто как под заказ. Пытается зайти по геликовской траектории, но это невозможно. Клиренс отличается не в один десяток сантиметров между ними. По свежему, может, пробьет свое. Там просто чуть ли не по пояс колея. Такой жестячок, да? Так, тут патриот, ну, машина серьезная, что хочешь. Панасоник работает в этих тяжелых условиях, да? Еще первый аккумулятор, кстати. Жесть какая-то. Задавить. Какая-то жесть. Хотят задавить нас, думаешь? Так, Рубикон продолжает дубасить, но шансов почти нету. Я вот про 19-го года, который короткий. Ни хрена не видно. Это ж надо так. Лупанул снежок. Так, у вас пошел вниз. Хороший полигон. Под такую погоду, конечно, что тут скажешь. Просто жесть. Ровнее руль, ровнее, ровнее, ровнее. Едет. Так, там Олег пробивается. Просто видимость слабая. Что, застрял? Да. Вправо попробовать вывернуть и вниз туда. А Паша едет на помощь. Так, еще одна легендарная машина. Нормально. Тут видишь, у кого мотор хороший, те едут. Этот мотор тянет, но колеса маленькие. Ну не хватает чуть-чуть клиренса. Мост большой, колеса маленькие. Я знаю, тебе больше колеса на таких мостах. Да, тут было бы интересно. Далеко только очень ехать мне. Роня пытается. Соточка, смотрите, ёханый бабай, залетел. Ну, пробили траекторию. Тоже мотор есть.
Она, блин, едет хорошо. Спас. А вон и солнце пытается выйти. И солнце вышло. Ты посмотри, как погода меняется, как под закат просто. Я вперед пошел, влево руля. Давай, газку пошел. Кончик там уедет. Газку пошел, давай, прямо едет. Так, какой-то там пошел маршрут вперед. И вот и жестячок весь, вот тут перед нами он.